лесной земли, от наших предков знаменитых, от новых слов осверебли, мне в нашей родове начало, предание счастья и беды, оно у нас всегда звучало. Алла верны, Алла верны, Алла верны, Алла верны, Алла верны, Алла верны. Алла верны, Господь с тобою, вот слово смысла с ним не раз, готовился отважно к бою, войной взволнованный Кавказ, но зимним сердцем фактом новым не дожидаясь череды. Алла погибшим, Алла здоровым, Алла верны, Алла верны, Алла верны, Алла верны, Алла верны, Алла верны. Нам каждый гость зарон от Бога, какой бы ни был он среди, хотя бы в руки шелу Бога, Алла верни, Алла верни. А если гость отец державный, земному солнцу кто не рад, поднимут за на то заздравный, Эльбрус, Казбек и Ананат. Алла верни, Алла верни, Алла верни, Алла верни, Алла верни. Праздничный мужской хор Николы Угрешевского монастыря под управлением Сергея Маркелова. Давайте поблагодарим за прекрасное начало нашего концерта. Спасибо вам огромное. Продолжаю вас аплодисментами. Спасибо большое за поддержку. Надеюсь, все. В принципе, я все снял, что хотел. То есть выступление хора я снял. Здесь продолжается дальше. Ну и, конечно, друзья, да, здесь идут какое-то другое событие, включая, ну, как другое развлечение. Сейчас у них, и вот вообще как есть атрибуты у этого праздника, в принципе, нам расскажут наши специальные гости, постоянные участники московских фестивалей, можно пройти, проехать. Друзья, встречайте театр инноваций. Наша история пас. Да. А здесь у нас тут, ну, все доступно. Там вот лестница с перилами, все как положено. Вот она. Вот с той стороны. Сейчас я спущусь и все покажу. Правда, с парковкой проблема, но я думаю, что... Нет, не уволокли машину, слава богу. Вот я спустился, значит, вот здесь лестница. Ну, все сделано нормально. Пандус, ой, не пандус, а перил, поручень, да. То есть все нормально. Вот, ну, а здесь вот, ну, с той стороны, там есть уже въезд и, в принципе, с коляской и так далее. Насчет храма я туда не заходил пока, ну, как бы сегодня не буду. Вот, в принципе, я посетил вот пасхальный дар, праздник, праздничный фестиваль, который проходил в Москве всю вот эту вот неделю пасхальную. Вот сегодня вот 28 апреля 2019 года. То есть вот достаточно интересно и хорошо пели. То есть молодцы, вопросов нет. То есть дальше я не стал снимать, но просто как бы я шел именно из-за этого хора. И как бы достаточно. Вот я как бы насладился музыкой, пением, все хорошо. Все,